Бывшего в Рио начальника краевого управления ФМС обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, ее общая сумма составила почти 2 миллиона рублей. Взятки бывший в Рио начальника получал от одного и того же человека, директора филиала паспортно-визового сервиса. Взамен именно его услуги предлагали клиентам у ФМС. Несмотря на крупную сумму взятки, бывший в Рио начальник управления своей вины не признал. Сейчас все следственные доказательства направлены в суд. Мужчину обвиняют по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса. Получение взятки в особо крупном размере за совершение действий или бездействий в пользу взяткодателя.